Всегда помогать, отвечать на вопросы и решать проблемы жителей – главная задача служащих органов местного самоуправления. Сегодня, 21 апреля, в России отмечают День местного самоуправления. С профессиональным праздником поздравили и сотрудников муниципалитета городского округа Серпухов. От их деятельности зависит совершенствование социальной инфраструктуры городов и поселков, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройство территорий. С Днем местного самоуправления сотрудников муниципалитета поздравил глава Серпухова Сергей Никитенко. Мы вместе работаем на благо наших жителей, на благо нашего Серпухова. Это очень непросто, нелегко. Я желаю вам всем, конечно же, наикрепчайшего здоровья. За плодотворный добросовестный труд, активную жизненную позицию, почетной грамотой главы городского округа Серпухов были награждены 15 человек, благодарственными письмами 11. Трое муниципальных служащих Серпухова были отмечены почетной грамотой и благодарственными письмами Московской областной думы. Депутат городского совета Евгений Клюев вручил благодарственные письма Совета депутатов городского округа Серпухов 16 специалистам. От Серпуховской организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания наградили почетными грамотами и благодарностями четырех муниципальных служащих.